Интерактивный туристический квест «Приключения в Подмосковье», организованный Министерством культуры Московской области, состоялся еще в трех городах Подмосковья. Навыки поиска в интернете, туристическую смекалку и умение быстро ориентироваться участникам удалось проявить в Сергиевом Посаде 15 апреля, в городе Звенигород 22 апреля и Серпухове, где квест прошел 29 апреля. Напомним, задача участников квеста – как можно быстрее разгадать вопрос, ответом на который является то или иное памятное место в городе. Прийти туда, сделать свою фото на фоне этого места и выложить фотографию в группу квеста в популярной соцсети ВКонтакте. Открытие этапа произошло в Сергиевом Посаде. Гостеприимный музейный комплекс «Конный двор» встретил гостей на награждении очень радушно и дополнительно разыграл несколько своих призов. Ну а победила жительница Сергиева Посада Юлия Рудова, которой досталось подарок путешествия в подмосковные Савино, Полтеево, Ликино, Дулево с мастер-классом по изготовлению легендарных фарфоровых изделий. Наградила победителей заместитель министра культуры Московской области Надежда Жилкина. В квесте приняло участие более 250 человек. Уже через неделю квест отправился в красавец Звенигород. Все 12 вопросов максимально быстро и наиболее верно удалось разгадать жительнице Москвы Наталье Сафоновой. Награждение прошло в культурном центре имени Любови Орловой. Для того, чтобы наградить трех победителей нашего квеста, я с удовольствием приглашаю на эту сцену министра культуры Московской области Оксану Валентиновну Косареву. Под ваши аплодисменты. У меня на самом деле была гораздо проще задача, потому что мне надо было успеть на субботник в первой половине дня и успеть к вам сюда уже к подведению итогов. А вы, я так думаю, что успели и на субботник, и пробежаться по городу Звенигороду. Поэтому на самом деле вы очень большие молодцы. Победительница отправилась в путешествие в Дубну и Кемры с теплоходной прогулкой по реке Волга. Финальным, завершающим очередной этап квеста стал город Серпухов. 29 апреля с 12 до 16 часов дня участникам предстояло разгадать 12 вопросов об этом интересном самобытном городе. Более 180 человек смогли принять участие в квесте по Серпухову. Ну а победителем стала жительница Химок Екатерина Сараченкова. Вдобавок ко всему, Екатерина набрала максимальное количество баллов из всех трех городов и, как следствие, помимо обычного приза за первое место путешествия на Бородинское поле в День Победы, ей досталось гран-при очередного этапа квеста – путешествие на воздушном шаре над Подмосковьем на две персоны. Наградила победителей начальник управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Московской области Ксения Бочарова. В каком городе вы бы хотели, чтобы мы провели квест еще, помимо тех, которые были? В каждом городе осталось много достопримечательностей, которые не были задействованы. Поэтому Сергиев Посад очень красивый, Истра нам понравилась. Многих участников интересует, как у вас получается выигрывать из квеста в квест буквально, опережать всех. В чем ваш секрет, расскажите? Командная игра – это первое. И второе – обычно мы готовимся, конечно, заранее, за несколько дней до квеста мы читаем, узнаем, записываем, выписываем. Квест продолжается. Уже в мае новых три города, которые примут у себя квест, будут выбраны голосованием в группе проведения игры. Вы можете поучаствовать в этих выборах и принять участие в квестах. Билеты в музеи и на выставки Подмосковья, билеты в театр и путешествия по Московской области, необходимые туристической жизни пауэрбанки для телефонов и, конечно, путешествия на воздушном шаре будут разыграны в новом этапе «Приключения в Подмосковье». До скорых встреч!